Старт в будущее. Это мероприятие ежегодно проходит в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района. Выпускники могут определиться с выбором будущей профессии, узнать подробно о возможностях дальнейшего трудоустройства. Специалисты рассказывают о том, какие необходимы документы для поступления, что ждет в том или ином учебном заведении, какие будут условия для проживания и обучения. Мы пригласили учреждение образования, это Молоткоюрская вспомогательная школа и территориальный центр социального обслуживания населения, которые расскажут о возможностях получения АЗОВ специальностей для наших выпускников. Список возможных специальностей для выпускников центра достаточно широкий. От овощевода до маляра, штукатура. В новинку теперь обучение в ИВЦ-ческом лицее сельскохозяйственного производства. Там готовы дать сразу две профессии. К примеру, один человек может получить квалификацию и штукатура, и слесаря по ремонту сельхозоборудования. Каждый выпускник центра должен адаптироваться к самостоятельной жизни. За этим процессом сотрудники тщательно следят и содействуют в сложных ситуациях. Согласно инструкции о патронатном сопровождении выпускников с особенностями психофизического развития, в течение 2 лет учреждения образования осуществляют патронатное сопровождение, и мы прослеживаем, как же наш выпускник устроил свою жизнь. Или он трудоустроен, или он получает образование в учреждении среднего специального образования. Для выпускника центра Дмитрия Кондратюка вопрос трудоустройства не столь важный. Мальчик очень любит рисовать. Фойе центра организовали выставку его работ. Этим выпускник может гордиться по праву. Главное для него – не останавливаться на достигнутом. Вот уже не первые годы, не первый раз мы посещаем различные мероприятия коррекционного центра. Вот как и сегодня у нас выставка. Мой сын Дмитрий нарисовал своими руками, ну, конечно, не без маминой помощи, картины. И мы очень рады, что нас не забывает коррекционный центр приглашать нас на различные мероприятия. И это не главное. Главное то, что они не безразличны к судьбам наших детей. И хочется им пожелать огромного здоровья, успеха в дальнейшем процветании. Ну а планы на будущее, какие планы? Будут нас приглашать в территориальный центр, будем по возможности посещать. Такие мероприятия в коррекционном центре помогают выпускникам не только получить профессию, но и понять свои перспективы и устроить будущее.